Церемония награждения победителя губернаторской премии «Наше Подмосковье» состоится 7 декабря в Крокус-Экспо, сообщила начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева. При этом она уточнила, что изначально планировалось провести церемонию награждения в том муниципалитете, который прислал больше всего заявок. Пятым заместителем Олега Хромова стал Алексей Селезнев. Алексей Петрович также назначен начальником правового отдела районной администрации и будет курировать направления «Территориальная общественная безопасность», ГОИЧС, «Противодействие коррупции», «Правовые вопросы». В Ленинском управлении ЗАГС состоялся день открытых дверей, на который были приглашены студенты колледжа Московия. Для ребят была проведена экскурсия по управлению ЗАГС, в ходе которой они смогли познакомиться с работой управления. Продолжилась встреча брифингом на тему регистрации актов гражданского состояния. Студенты приняли активное участие в обсуждении этой темы и задавали самые разные вопросы. «28 октября в 14 часов в Центральной библиотеке города Видное пройдет литературно-музыкальный праздник, посвященный 110-летию со дня рождения Даниила Хармса. Хармс создал огромное множество стихов и миниатюр для юных читателей. Секрет успеха детской литературы Хармса в том, что автор не сюсюкает и не ищет упрощенных форм. Он говорит с детьми на равных, предлагаем самим оценить свой необычный и оттого интригующий стиль».